Год рождения один и тот же, пункт рождения один и тот же. Все совпадает, кроме отчества. Где-то в госпитале просто произошла ошибка. Из-за ранения там не дописали. Поэтому данные не пришли родителям. Поиск длиною в 78 лет для семьи Натальи Балакиревой закончился в этом году. В руках папка с полной информацией на солдата Григория Сушкова. На фронт ушел в 41 году вместе с братом и отцом. Однако домой не вернулся. Не пришла на солдата и похоронка. Попал в список пропавших без вести. И никакой информации о нем найти не удалось. Спустя годы поиски возобновили уже внуки, но и они результата не дали. Непонятно, то ли без вести пропавший, то ли какой. Это было интересно моему мужу, это было интересно его отцу, но отец не успел это выяснить. Сейчас получается, что мы выяснили. Ну, мой муж просто рад. Причиной неудачных поисков оказалась ошибка в документах. Ее заметили волонтеры, к которым обратилась Наталья в прошлом году. Теперь семья владеет полной информацией. Григорий Сушков прошел 211 боев. Умер после тяжелого ранения в госпитале в 44 году. Нашли место захоронения бойца. Поиском таких пропавших без вести волонтеры-поисковики занимаются круглый год. Но традиционно в преддверии Дня Победы организовывают акцию «Судьба солдата». К нам приходит получается, информации, которая есть. Чаще всего это имя, фамилия, отчество, дата рождения. Если есть дата рождения и место рождения, это вообще идеально. Но также все, что они знают, все, что у них приходило когда-то, либо появлялось, какие-либо извещения, может быть, с полевой почты приходили. Мы все записываем, фиксируем анкету, заявку и начинаем обрабатывать. Поисковые штабы, куда можно обратиться за помощью в поиске, работают в 12 районах края. Чью-то историю удается выяснить быстро, других же ищут годами. Поиск одного и того же человека в разные годы может давать разный результат, так как информация об участниках войны обновляется до сих пор и становятся доступны оцифрованные архивы. Всего за последние 3 года волонтеры узнали судьбу более 300 жителей региона, которые погибли в Великой Отечественной войне.